Всем доброе утречко, ребятки. У нас начался новый день. Сегодня суббота. Нужно было в школу идти, но мы проспали. Скажу честно, проспали, не знаю. И у Лена по будильнику не встала, и я тоже слишком поздно легли. Лена в час легла, мы с Сергеем в 4. Короче, не встали мы. Ну, мы проснулись в 9 часов, и в школу нет смысла идти, потому что школа сегодня сокращенные уроки до 11. Нет смысла уже бежать на остальные уроки. Короче, вот так вот не пошли мы сегодня в школу. Такое очень редко бывает, но проспали так, проспали. Сергей с Леночкой уже позавтракали, теперь я сажусь. У меня бутерброд поджарила на хлеб на тостере хрустящий, там чуть-чуть майонеза, сверху колбаска. Ласа он тут милая. Чай, помидорки, все, такой вот завтрак. Сейчас покушаю, да буду заниматься домашними делами. Соня хочет гулять, да, Соня? Соня, девочка. Да. Да. Хочет на улицу, да, Соня? Ну, давай, иди. Слушай. Соня любит побегать у нас. У нас это как метеор. Соня! Иди сюда. Иди. Соня! Соня, иди сюда. Иди скорее, скорее. Иди сюда. Соня, ты какой рыжий собака. Да, да, да. Поиграть, да, Соня? Какая собака игручая. Рой, рой. Подружек нету, да, Соня? Собак нету никаких, не с кем побегать. Соня, не с кем поиграть, ох, все, побежала, нашла какую-то бумажку, вот так. Отдай перчатку. Зверюка. Соня. Thank you.
разгавкалась на дядю. Да, Соня? Соня, ты чего гавкала? Чувствуешь себя виноватой, да? Нельзя гавкать. Ох ты, Соня у нас любит погавкать. Ну что ты гавкала на дядю, а? Раз гавкалась собака, собака гавкала. Гавканая. Гавканая. Лишь бы поиграть. Папочка в магазин сходил, в АТБ, сходил, купил картошку. Мне нужен на салат, потому что ту, которую мы сетку купили, она сладкая, на салат не пойдет, я салат испорчу. Сыр и крабовые палочки. Картошка по 9,59 на 8 гривен. Сыр, это по акции, да? Да. Сыр твердый, своя линия 26 гривен. И крабовые палочки 19,10. Тоже своя линия. Ну их, кстати, больше всего разбирают там. Ну они по акции. Ну мы в прошлый раз крабовые с них делали. Вроде дешевые. Ну ничего, так салат ничего, был. Ничего, да. И не раз нормально, мы играли. Да. Нормальный, да. И цена интересная очень. Конечно, тут нет крабового мяса. Да есть. Да ладно. Оно просто спрятано. Я не хочу читать состав. Ладно, все, раздевайся. Леночка, ой, что, где с голосом, слышала? Бывает, бывает. Леночка садится обедать, кушает рыбный суп, чебуречек, хлеб, лук. Все, такой вкусный обед. Лена, сегодня голову будешь мыть, да? Насколько легче будет мыть? Волос-то меньше, да? Да. Я хочу еще историю рассказать. Давай. Как Арина себе брала обед. В школе. Угу. Я на две тарелки определяю, думаю, мне сейчас волосы в тарелку падают, такая... О, у меня же волосы подстрижены. Вот видишь, тарелку не падают, да? Да. Все, Донечка, приятного аппетита. Спасибо. Садимся перекусить с папочкой. Чебуреки, колбаска, зелень. Так, немножко перекусим. Ну да. Это еще надо дела переделывать. Короче, перекус, обед, перекус, не знаю. Чебуречки.
с магазина пришел. Посмотрим, что он нам принес. Хлебец. Да, горячий еще был. Уже нет. Хлеб принес, масло, чтобы на печенюшке мазать. Майонез. Майонез. Большой. Вот такой вот сахар. Потому что сахар закончился, компот сварили. И сахара нет, чтобы посахарить. Сахара 2 килограмма. Лене яблоки. Фуджи не было, это гала, да? Я слышала, что ей звонил, спрашивал, да, какие яблоки. Mm-hmm. Три штучки, конфетки на 9 гривен. Чему это такое? Попробовать. А, попробовать. Еще давай, доставай. Там еще есть. А, еще есть. Я думаю, что тут три конфетки. Вот такие еще конфетки. Это хорошие, кстати, мне нравятся. Это птичье молоко, только есть белое, а это именно кофейное такое. Там, или какао, да, какао добавлено, тоже вкусно, еще и в шоколаде. Угу. Эти на 11 гривен, эти на 9 гривен. И все, и папа себе сигареты взял. Чек из АТБ 60. О, у них какие-то новые чеки. Ну, какой-то шрифт угу. другой. Сахар по 13,40, яблоки по 8,99. Ну и все, и конфетки 65 гривен. Плюс хлеб, плюс майонез, плюс масло. Умничка. Молодец. Я так хотела сладкого. Ну, я помню, что они тебе понравились. Да, они хорошие. Классные. На ужин, ребятки, сегодня приготовила такую вот картошку с тефтелями. Первый раз готовила в своей сковородке, в которой у меня съемная ручка. Первый раз ее засунула в духовку. Мне раньше как-то жалко было, а потом думаю, ну что на самом деле. Она же специально для этого предназначена. Для чего? Чтобы ручку снять и в эту духовку отправить. Вот, попробовала я. И так отлично, вообще ничего не пристало. Здесь у меня был соус, но я передержала, он выкипел. Был такой сметанно, вернее, томатный. И слишком я передержала, и жалко, соус у меня почти весь выкипел. А было так прям половина. Ну ничего. Смотрите, вообще ничего не пристало. Картошечка, вот она отходит. Вообще замечательно. Вот такой вот ужин. Сейчас Леночке буду накладывать. Кушать вкусную картошку. Еще, ребятки, приготовила вот такой вот салат. Надеюсь, очень вкусный. Никогда, скажу честно, такой не готовила. Это с тунцом. Плохо, свет вот так вот, да. Там, короче, и картошка, тунец, морковка, крабовые палочки, яйца, сыр. Ну и все, и вот так вот украсила. Делала я в своих вот этих вот формочках. Использовала вот эту вот большую форму, которую я покупала. Ну, мне понравилось, очень хорошо. Очень так красиво и празднично. Правда, вообще сегодня ужин такой праздничный. Аж слюнки текут. Леночка садится кушать вкусную картошку с тефтельками и салатик. И сейчас тебе, Леночка, покладу. А ну, дай мне свою вилку. Не знаю, будешь ты такое кушать или нет? Буду. Может, там смотри, мы будет. Лепесточек отрезаем. Да? Угу. О. Это мама себе новую форму. Давай, мама первая пробует. Нет, нет, нет! На. Пробуй. Потому что обычно такой салат Лена не очень кушает. Там, Лена, там есть крабовые палочки? Там есть и крабовая палочка, и есть тунец. Рыбка, консерва такая. Ну как тебе? Просто я вообще консервы не ем, да? Ну да. Ну подожди, ты распробуй, может тебе понравится. Да, прикольно. Он очень нежный, очень вкусный. Как там салат, то да. Да, там а яичко так, и картошечка. Не знаю, я очень... Ну что, еще добавки? Ты попробуй еще картошку, тефтели. Знаешь, как она обалденная? Я попробовала так просто. Попробовала? И как? Вкусно? Угу. Я тоже хочу. Давай ты покушаешь, и мы скоро с папой тоже будем кушать, да? Угу. Ну все, приятного аппетита. Кушай, начунечка. Это знаете кто? Это паршивые девчонки. Да. Да. Вот Соня сейчас хочет съесть Ласу. Ласа даже не сопротивляется. Вот что мне делать? Разрешите ей ее кушать? Ну да. Да? Посмотри, да, что они кошка, творят. Наверное, вкусная, да. Что они творят? Господи. Соня. Соня, ты не боишься, что она тебе просто отомстит в конце концов потом? А? Смотри, что она творит. Да издевается над бедной кошкой. Что она творит? Соня, а если тебя вот так вот, вот так вот, вот так вот тебя, эй, вот так вот тебя, вот так вот взять тебя? И все, и так вот бурбешит тебя.
А? Тебе так хорошо? А, ей только подавай, конечно, она любит играться. Любит играться, собака моя, хорошая. Хорошая. На улице болото, каждый раз приходится ей ноги мыть. Да, вот да, вот да, вот и пузо у нее все черное. Ну, такая девочка. Паша, а что, у тебя слюни текут или что? Что это у меня тут мокрое? Слюни натекли. Мокрая, короче, с болотом приходит. И приходится мыть постоянно. Она не любит мыть. Не, ну как, она терпит нормально, но она обижается потом как-то так. Ушки опускает, обижается на маму, что мама постоянно мочит. Думает, опять мочится. Опять мочится. Ласка терпит, да. В нормальном состоянии она лапы как дала. Конечно, да. Это сейчас она такая, кошка терпила. Кошка терпила, да. Соня, ну хватит. Ну хватит. Нельзя. Нельзя кисю. Кисю хватит мучить кисю. Папочка, я знаешь, чего хочу? Чего? Торта. Знаешь, какого? Какого? Угадай. Киевского. Киевского, я хочу киевского. Может, мы на Новый год купим киевский торт? Да, я можно до Нового года купить. Я видела, там, до Нового года это самое, жировство. Я видела, маленькие есть, небольшие. Он же бывает на стол большой, а бывает такой мини. Так купим нормально, мать, все будет нормально. Хорошо, я понял тебя. Купим торт. Вообще на Новый год ничего не хочу, хочу просто сидеть и киевский торт и большой ложкой черпать. Все, животные убежали. Будем мы, наверное, ужинать. Давай, мамочка, давай. Время сколько там уже? Ох ты, 11 час. Начало 11, да? Да. Ой, опять ночью есть. А да, что делать? Ну да, куда денешься? Какая жизнь. Да. Все, пошли кушать. Пошли. Садимся. Мы теперь с папочкой ужинать в тельке с картошкой, салатик. Что ты себя совсем мало кинула, мать? Ну, нормально. Я не кинула, я себя поклала. Вот. И посмотрим битву экстрасенсов. Покушаем вместе с салатиком, чаем. Она просто несколько гиг, она на телевизоре не идет. Да, на флеш. На флешку можно сносить до 4 гигабайт. А у нас первая серия 4 с чем-то гигабайт. Остальные как бы не по 3. До 2. Ну да. Нет, до 4 можно на флешку сносить. Да. На флешку можно хоть 8 сносить гигабайт. Они оно не пойдут на телевизор. На телевизоре не воспроизводится. До 4. Больше 2. Не спорь с матерью. До 4. Да? Блин, ну, а вдруг я не права, что ты меня заставляешь сомневаться. Ладно, все, ребятки, садимся мы кушать. Всем пока-пока. Огромное спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Пока-пока, до завтра. Ух ты. Да, прям за той тучей, прям там гроза такая. Ух ты.